язык у него желтый. Ой, кошмар. Не, ну еще если старый перелом, вот это он постоянно будет с открытой пастью. И обезвоженный он какой. Кожа не эта. Кисуль. Это, видимо, когда он был на улице, они там отложили яйца, да? Ну, не давая жрать. Сейчас уже тепло, сейчас это будет проблема. Жрут. Кошмар. Тоже повытаскивали чуть-чуть. А так. Ну да. Все, кисулик. Не будем тебя мучить. Желтый. Таких только пристраивает новую семью, но если даже вычухать. Ну а кому он нужен? Тут здоровых-то не берут. Ой, кошмар, жрут его. Мух не обманешь. Не, худок, скелет. Не, ну мы так с Викой как бы и говорили, что наблюдаем 2 дня, как бы, ну. Понятно, что он, ну, как бы получше, потому что он в клинике. Все равно под антибиотиками, а не на улице, а так. Здесь оставлять или забирать? Заберу.